Среднесрочные перспективы украинской экономики не так очевидны. Накануне российский Минфин получил от американских коллег официальный отказ дать гарантии по выплатам украинского долга в 3 миллиарда долларов. И поскольку это было одним из условий реструктуризации киевского долга с рассрочкой на 3 года, то теперь Россия может пойти в суд. И речь уже пойдет о дефолте, ведь МВФ признал этот долг суверенным, и выплатить его Украина должна до 20 декабря этого года.